О! У рэпера Cemetery вышел новый клип. Будем это смотреть или нет? Ну давайте, похуй, перед Анатолием посмотрим Бырика. По Бырику и все. Чё за биты? Ты чё, ебанулся, родной? Ты чё? Какого хуя? Пиздец, это круто. Какое, блядь, это такое уёбищное битло, что это реально круто. Это реально стильно, потому что это, ну, пиздец, какая хуйня. Ну, на мой взгляд. И это круто. Сука, я представляю, как вот ты приглашаешь девушку домой, просто вы с ней садитесь, курите HQD-шку, и она говорит, а ты можешь музыку включить? Это такой, да, говно вопрос, и просто... Я включал это на тусовках, меня просили выключить. Пиздец, это охуенно. Музыка для добычи дерева. Ты чё? Ты чё нахуй? Не говори таких вещей, блин. Что-то мне это напоминает, я не могу понять. Какое-то вот такое ощущение, такое же ощущение было от какого-то ракешника. Ну, блядь, это хорошее, не знаю, мне нравится. Что-то... Вот это вот, как, блядь, кто это нахуй? Блядь. Ну да, ну Мэнсон, наверное, да, по вокалу на Мэнсона реально похоже. Ну да, 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 наверное, да. Ну вообще пиздата, ладно, ко второй, к третьей минуте мне начинает казаться, что уже заебись. В чем тут Мэнсон, лол? Ну ты слышал Мэнсона, блять, у него очень похожий по сведению тембр голоса. Ну типа, ой, сука, я сейчас опять от школьников потом начинаю, начитаюсь хуйни, бро! Ты не шаришь, гадэм, как ты не ебешься с этим дерьмом, ты не ракаешь этот звучок, пиздец, бро, у тебя, наверное, опы тебя финесят, а не ты опов, брат, ты реально не приготовил. Я заебал это говно читать, вот. Пиздата, я ставлю лайк этому видео, это реально охуенно. We'll be right back.
Танцы с бензопилой, конечно, охуенные. Но я вам честно скажу, конечно, есть, есть кое-что получше, друзья мои. Это... Это пиздец просто, я в ахуе. Я в ахуе от сочетания картинки и звука, блядь. Чё думаю по поводу ситуации... С аудио РВН. Я отвечал уже на стриме с Замаем. Ну, я не знаю, надо смотреть. У него там вышел видос с оправданиями, как я понимаю. Надо посмотреть тоже. Можно сделать стримчик по аудио РВ. Вообще разобрать конфликт. Я думаю, что это нормальная тема. Было бы, если вам интересно, то пишите.